фотки, это что? Ты хочешь интервью? Да. А мы туда выйдем сейчас, напротив баррикад. Класс. Майдан резко деградировал за последние вот это несколько недель. То есть после Нового года, после праздников, здесь уже видно отсутствующие места палаток, особенно в том направлении. Вот. У нас здесь полная деградация наблюдается, потому что люди никакое... А может там возьмем интервью более подробное, чтобы не заглушало вот это снаружи пирамиды, о, пирамиды говорю.